Здравствуйте! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Доступное медицинское обслуживание в современной медицинской клинике. Консультация узких специалистов. Гинекология, онкология, ортодонтия и стоматология, УЗИ, медицинские анализы, процедурный кабинет. Записывайтесь по телефону 30350. 18 и 19 февраля в Доме быта «Ретро» состоится грандиозная выставка-продажа шуб и шапок из меха норки, бобра, мутона от ведущих фабрик Ставропольского края «София» и «Мишель». Новая коллекция 2019 года, широкий размерный ряд, скидки, кредит, рассрочка платежа. Акция «Принеси старую шубу, куртку или дубленку и получи скидку на обновку». И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – фирма «Профмастер». Магазин «Профмастер» приглашает на большую распродажу. Весь февраль на весь ассортимент межкомнатных дверей скидка до 30%. Также представлен огромный выбор обоев, межкомнатных дверей, ламината и много мебели. Магазин «Профмастер» – ждем вас за покупками. По данным синоптиков, завтра, 16 февраля, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков. Днем небольшой снег, ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 17, минус 19, а завтра днем 8-10 градусов мороза. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и 6 радиостанций разных направлений с вещанием на весь Печорский район. Вы смотрели прогноз погоды, в студии была Олеся Павленко. Всего вам доброго, до свидания.